В Уфе наградили многодетных матерей. Медали «Материнская слава» получили 48 женщин. Среди них представительницы 17 районов и 3 городов республики. Большинство матерей-домохозяйки, но есть и учителя, методисты, индивидуальные предприниматели. Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев поблагодарил жительниц республики за их материнский труд и отметил, что в республике уже сложилась многовековая культура многодетных семей. В своем выступлении он подчеркнул, сейчас особое внимание уделяется социальной сфере. Уважаемые мамы, для нас сегодня продолжает оставаться очень актуальным вопрос, связанный с демографической ситуацией и в республике, и в стране. От того, насколько успешно будет вестись работа органов власти, общественности в этом направлении, институтов гражданского общества, зависит наше будущее. Да, мне приятно, что нас поддерживают не только в республике, и в России, и морально, и финансово, за что им всем большое спасибо. Большое-большое спасибо. Медаль «Материнская слава» была учреждена в Башкортостане в 1998 году. Награду вместе с денежной премией получают женщины, воспитывающие 5 и более детей.